3,5 года колонии получил житель Коврова, который пытался уйти от погони и сбил сотрудника полиции. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Недавно злоумышленника судили. Напомним, лишенный прав за пьяную езду, 3 сентября 2023 года мужчина вновь сел за руль. Водитель проехал на красный сигнал светофора. Это увидели дорожные полицейские и попытались его остановить. Но тот не притормозил и выехал на встречку. Началась погоня. Полицейские начали его преследование. В целях задержания автомобиль ОРППС прикрыл дорогу. Потерпевший инспектор вышел на встречу машине осужденного, вновь потребовав остановиться. Однако водитель продолжил движение и совершил наезд на инспектора ППС, а потом с места происшествия скрылся. Позже автомобиль осужденного обнаружен в лесном массиве в районе деревни Бабенки. Его водитель и пассажир в нем отсутствовали. Полицейский получил травму ноги, его госпитализировали. Задержать нарушителя удалось на следующий день. Уголовное дело возбудили о применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Недавно состоялся суд. Виновного приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его газель конфисковали в доход государства. Также суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда, 400 000 рублей и расходов на лечение. Приговор в законную силу еще не вступил.